Ну і військовий Російської Федерації розповів матері про погане забезпечення, власне, обурився тим, як святкуванням Нового року, та шкодує про отриману повістку. Чергове перехоплення телефонної розмови окупанта від головного управління розвідки можемо почути далі. Плохо у нас, потери великі. Вчора взагалі конкретно фігачить. Лісу майже не залишилося взагалі. Є у нас все. Не такое новое, как у них, но есть. В сталинских времен у нас еще работает. У вас есть хоть один человек? Нету нифига. Дали ночник СССРовский, который 64 года, черно-белый. Но вообще ничего не видно, пока луны не будет. А когда луна, и так видно. Я вообще вам фиг даже на Новый год позвоню. Нафиг оно мне надо. А что так? Потому что нет у меня желания звонить. Слышать вот это все, то, что у вас там все неплохо, все вместе. И вы думаете, что, мне это нормально одному? Сынок, ну а что, мы можем пойти туда, нас кто-то возьмет или что? Нет, я просто придурок. Я когда мне повестку эту сказала, вот они позвонила, что есть повестка. И мне надо было ее не получать, я ее получил, чтобы тебе в глаза потом не тыкали, то, что я сдулся, то, что я не поехал. Это не наша война. А другие вон не поехали, и ничего. Я просто не понимаю, с фигов она так должна быть. В чем мне эта Украина хорошего сделала? Или что она мне хорошего сделает? Да нифига. Почему мы должны за них тут гибнуть? Через 5 лет скажут то, что Путин плохой, и мы плохие все. Скажут то, что мы не должны были тут находиться. И вообще, я думаю, по документам нас даже здесь и нет. Столько, сколько нас на самом деле. Наемники эти скотины беспонтовые. Больше вообще твари. Они лютуют из-за того, что они прочирают города. Им нужно отступать, они лютуют из-за этого. Нет, они Украину хотят на части порвать просто Запад. Поэтому они свои войска сюда толкают, чтобы потом оторвать кусок от Украины, когда все закончится. Потому что у Зеленского не будет цвет хватать им обратно. Вся западная Украина отойдет к Польше, я слышал.